преддверии 70-летия победы над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 22 апреля 2015 года стартовал патриотический проект «Георгиевская лента». В дни проведения акции миллионы людей во всех странах мира по доброй воле прикрепляют георгиевскую ленточку к одежде, публично демонстрируя свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, и всенародную гордость за великую победу. Доцент кафедры международных отношений и внешней политики Мария Бережная рассказала о планах волонтерского корпуса. 27 апреля у нас стартует акция «Письма Победы», где наши студенты при поддержке нашего руководства проведут круглые столы. Впоследствии будут изданы журналы с этими письмами. Далее мы собираемся отвезти студентов на Саур-могилу 8 мая и провести празднование в парке Ленинского комсомола 9 числа. Я думаю, что очень важно нашу молодежь воспитывать в правильном патриотическом русле. Я надеюсь, что на нашем факультете именно и будет такая атмосфера, такой дух. Желаю вам успеха, вместе мы добьемся правильных целей. Кафедра международных отношений и внешней политики ДОННУ проводит акцию в рамках работы волонтерского корпуса «70-летие Победы». Сегодня мы вышли на улицы города, чтобы раздать георгиевские ленточки, чтобы люди помнили о том, что сегодня непростой день, сегодня день 70-летия георгиевской ленты. Как ты считаешь, правильно чтить память предков? Да, правильно помнить, правильно соблюдать традиции и праздновать праздники. У меня дедушка, прадедушка и прабабушка мои воевали, есть награды их, я дочери своей рассказываю об этом. Считаете, что правильно? Да, конечно, я очень за. Наши дети помнят, и внуки наши будут помнить. Мне очень приятно, буду носить. Спасибо. Сегодня Всемирный день георгиевской ленты. Возьмите, помните. Спасибо, держите. А держите вам. Так вы можете себе прицепить цифровочку, чтобы ребеночек не поранил. Возьмите, пожалуйста. Спасибо. Держите еще одну для вас. Можно мне? Конечно. Спасибо. Это в Москве раздают, я видела. Мы присоединились к российскому. Вот главная патриотка бежит, ей тоже нужна ленточка. Да. Леди, малыш. Спасибо. Сама пришла. Мы гордимся этим, тем более наша ДНР столько выстрадала, поэтому эта ленточка – это как символ нашей страны, новой, молодой страны. Я желаю всем мира, чтобы поскорее закончилось это страшное время и наступил мир для всех. Счастья, радости, любви всем. Сегодня Всемирный день георгиевской ленты. Помните, пожалуйста. Спасибо. Спасибо вам. Помнить. Спасибо большое. Алина Черняева, Дмитрий Русский, Новороссия ТВ.